Приветствую вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова. Сегодня тот день, когда я посещаю салон красоты премиум-класса Davyani and Spa в центре Москвы. Сюда мы сегодня с вами и едем. Находится салон на Неглинной, наверное, многим известно это здание именно большим магазином «Золотое яблоко». Это самый большой магазин в Москве. На втором этаже этого здания находится салон Davyani. Шикарное, конечно, оформление, светящееся такие капельками. И очень большой зал, на много-много кресел. Действительно шикарное внутри. Очень много кабинетов, что меня поразило, кабинетов для индивидуального обслуживания, в которые я как раз-таки и прохожу для того, чтобы мне выполнили массаж. Уже предвкушаю все приятные ощущения. Я люблю массаж лица. Не часто мне удается на него попасть, но уж когда попадаю, то получаю громадное удовольствие. Салон премиум-класса. Работают они на косметике премиум-класса. И это прекрасная возможность привести себя в порядок, получить массу положительных впечатлений, естественно. Ну, просто побаловать себя, возможно, сделать себе подарок на день рождения или на какой-то юбилей. Чтобы прогонять брюхо. Ну, вот эти движения не характерные. Я чувствую, как вы полностью так, всей ладонью проходитесь. Интересное ощущение. Ну да. Посмотрите, эту технику. Она отличается. Все, там, вот таким делается танцующими движениями, мягкими. Тот же момент. Танцующий? Ну да, как вот он говорил, мягкими. И в тот же момент очень глубоко все равно прорабатывает. Вот это вот маслице, да? Вот на этой косметике делается. Мне, по крайней мере, делали массаж. Вообще обычно на ней, да? Всегда? Нет, по-разному. У нас есть Маржес, швейцарский бренд. Mm-hmm. Это отдельно. У нас уже идет уход. Mm-hmm. А у Салап это корейский бренд. Салкосмет, mm-hmm. Швейцария. Ультрасвитиколс. То есть мы на таких брендах работаем. Еще другой Рэй итальянский бренд. А, да-да-да, про вот это. И еще и в другом кабинете, вот так вот удобно работает. Спасибо огромное, у вас чудесные ручки. Спасибо. Талантливые, спасибо. Вся жидкость, смотрите, ушла. Розовенькая такая кожа, плотненькая. Прелесть. Здорово, да? Ох, мне нравится. Все, сейчас макияж. Укладка. От
отношение, конечно же, хорошее такое, оно ненавязчивое, с одной стороны, с другой стороны, максимально вежливое. Чай, кофе, все к вашим услугам. Ну и то, что можно выполнить сразу несколько процедур в одно и то же время, это, безусловно, полезно и приятно экономит время. Как это красиво сияет. Ой, как мне нравится растушеванная стрелочка. Какая вы молодец. Смотрите, и внутри покрашено, сверху чуть-чуть, и тонко-тонко растушевано. Я прям красивая, что ли? Потрясающе. Да, мне нравится. И вот этот вот в меру дебёж мне тоже нравится. Хороший, да? Здесь какой вариант? Можно делать аккуратно. Почему-то я так не делаю. Надо попробовать. Вам-то нравится? Очень. Да? Вам молодец. Спасибо. Спасибо огромное. Отправляемся в самый большой магазин «Золотое яблоко» в Москве. Первый этаж этого же самого здания. От входа в салон, в этот громадный магазин «Золотое яблоко», можно спуститься прямо по эскалатору и попасть сразу внутрь магазина. Здесь мы с вами видим абсолютно все, что только может быть представлено на территории России. По-моему, все бренды, как парфюмерные, так и косметические, все представлены в этом магазине. Каждый стенд отдельно оформлен, очень интересно. Креативно, я бы сказала. Тут площадь громадная, поэтому каждый бренд смог позволить себе вот такой креатив. Некоторые варианты оформления стендов я вижу вообще впервые. Ну и давайте с вами погуляем, просто получим удовольствие, завершим этот день приятными эмоциями. Thank you.
Вот он, чистый запах сирени. Если любите сирень, вот это точно вам понравится. Вот этот самый Infinity Sky в стиле Tom Ford, табако-ваниль. Ну, более женственный. Еще один аромат вот с этой зеленой нотой специфической, которую, вероятно, пытался Дакар в своем аромате воссоздать. Thank you.
Очень надеюсь, что это видео вас немного развлекло, отвлекло, поддержало. Вы чуть-чуть расслабились, получили удовольствие. Я желаю вам удачи, спасибо огромное, что вы были со мной. И, конечно же, будьте благодарны за то, что имеете. Увидимся.